Здравствуйте, меня зовут Аюна. Я сегодня вам расскажу, что надо знать при выборе M&M компании. В мире сейчас существует более чем 6 тысяч M&M компаний. И чем больше их, тем сложнее их выбрать, сделать правильный выбор. Люди мечутся между разными компаниями, пытаясь оценить актуальность предлагаемых продуктов, эффективность компании и надежность этого бизнеса. Главный вопрос при выборе стоит, реально ли создать остаточный доход вообще нам? Или какой величины будет этот доход? Как быстро он даст мне прибыль? Существуют параметры оценки MLM компании. Первый, нам надо знать продукт. Сам производит или покупку, или покупает эта компания у кого-то. Надежность компании, как долго она существует, или как надежна она. Маркетинг, план, лидеры. Как успешные лидеры в этой компании, система, по какой системе идет эта компания. И смотрение, конечно, дать личную оценку. Сейчас разберем с каждым подробнее. Продукт. Что такое трансфер-фактор? Я сама лично выбрала эту компанию, потому что мне очень понравился этот сам продукт, который производит Forlife. Трансфер-фактор это впервые был открыт в 1949 году ученым доктором Шерлок Лавренце. С тех пор проведено более 3000 клинических исследований по трансфер-фактору. В отличие от антибиотиков и таблеток прошлого, которые мы работаем против чего-то, трансфер-фактор работает совместно с организмом, поддерживая и нормализуя функции иммунной системы. Тем самым объединяются, организуются все биовозможности организма. Ведущие иммунологи признают трансфер-факторы лучшим средством, регулирующим деятельность иммунной системы. А само открытие трансфер-фактора – величайшим открытием тысячелетия. Поэтому этот продукт, который называем трансфер-фактор, нам очень полезен для нашего организма. Что касается надежности компании, это мировой бизнес. Все дистрибуторы, которые работают в этой компании, работает в 90 странах мира. Высшее качество продукта, патентная защита формула трансфер-факторов и очень удобная форма платы бонуса. Forlife щедро вознаграждает тех, кто работает в этой компании. Маркетинг-план. Все, которые работают здесь в бизнесе, делают бизнес Forlife, они высокие, получают оплаты в начале карьеры и при карьерном росте. Отсутствие маргинальных невыплат. Преимущества. У них есть 64% выплат. Это самые высокие в индустрии. 32% выплачивается в первых трех уровнях. Получаемый глубокий бонус бесконечности. Цельный комиссионный план для всех рынков в глобальном масштабе. Мне очень понравился этот маркетинг, этот Forlife. Лидеры. Дэвид Лизобин, основатель Forlife, был соучредителем Enlife. Вывел ее на товарооборот 100 миллионов долларов в год. По статистике, Forlife сегодня достигли 25 человек Platinum International Diamond. Это самого высокого ранга Forlife. И с каждым годом успешных больше и больше. Это доказывает, что маркетинг сама система Forlife замечательно для всех, кто хочет достигнуть своей цели и изменить свою жизнь к лучшему. Спасибо вам за внимание. До следующей встречи. До свидания.